Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем один интересный сайт на немецком языке, который мы, как обычно, будем искать в браузере Google Chrome. Называется он таким образом: www.dagbuchversand.de. Вот такой сайт интересный. Мы на него сейчас переходим. И нам здесь предлагают перевести на русский язык. Соглашаемся. И имеем теперь уже этот сайт вот на русском языке. Что мы здесь можем увидеть? Ну, вот здесь вот для кроличков книги, для плотников, для водопроводчиков, образование, расчет, эксперт. Вот технические правила, справочник, образование. Но нам нужна книга Эрвина Халабрина. Поэтому мы сейчас попробуем ее найти в водопроводчиках. Образование, наши продукты, деловое администрирование. Вот книга, опыт сантехника. Ну и вот мы нашли то, что мы искали. Здесь имеются книги. Ручная обработка листового металла. Она 12,95 евро, 64 страницы. Далее технический чертеж для сантехников и кроличков. Седьмое издание, 43 евро, 2003 года. Вот такая книга. Интересная. Ну, и здесь остальные книги. Посмотрим сейчас, что у нас тут у кроличков. Технические правила, справочники. Что у кроличков? Образование. Вот здесь вот основные конструкции кровли. Основные конструкции кровли. Брод-трюк. Таня издательство. 14 евро. Сборник упражнений по строительной физике. Ну, есть учебники. Интересные. Так, все-таки у меня такое впечатление, что то, что мы ищем, будет нас интересует, это вот здесь. Да, Клемпнер. Да, вот эта вот свежая книга недавно появилась. Вот так она выглядит. Сейчас что-то так медленно все продолжается. Вот, если на нее нажать, то появится перевод. Вот, книга свежая.
детали сантехника, ну, это так называется по-немецки, на самом деле там все для кройщиков, вот, написано для крыши и фасада, автор известный, Клаус Зиппинкорт, вот, книга новой публикации «Детали сантехника для крыши и фасада», вот, 225 деталей, то есть это 225 рисунков и чертежей, соединений металлических крыш, а также водоотвод с крыши вместе с краткими пояснениями и содержанием, тепловые окна, дымоходы, световые люки. Вот, стоит она не так уж дешево, будем говорить, 79 евро. Включая 7% НДС плюс стоимость доставки. Вот эту книгу можно здесь на этом сайте купить. Что мы еще здесь можем найти? Какие еще интересные для нас продукты? Ну и вот наконец-то мы добрались до интересующего нас автора. Это автор Эрвин Халабрин. «Детали сантехнической техники». Вот эта вот книга. 74 страницы в переплете. И плюс 2х21 лист оригинальных бумажных образцов фальцовки. Ну, это выкройка картин в масштабе 1:1. Ну, вот такая книжечка. Такая книжечка Халабрина на немецком языке стоит 75 евро. И плюс фильмы, которые, видеоролики, лучше сказать, которые сняты, и подробная информация на DVD. Это обучающие видеоролики. Вот стоит такие обучающие видеоролики 129 евро. Плюс еще книга того же автора, Эрвина Халабрина, «Точки детализации Минкельфальцтехник». То есть это вот то, что нас интересует. Вот эта книга уже стоит 75 евро. И плюс к ней еще дается выкройка картин. Два экземпляра по 20 листов. То есть по 20 выкройка картин. То есть это два экземпляра. Ну и дальше можно. Что еще интересно? Вот разборка. Разработка листового металла, разработка листового металла. Автор, сборник практических методик, избранных пример привязки. 23-е издание, представляете, 23-е издание, 367 иллюстраций. Вот такая книга стоит 56,95 евро. Ну, будете на этом сайте, теперь знаете, где его найти. Посмотрите, полистайте, здесь очень много интересного для кройщиков. Тем более, что здесь вот специализированный словарь для кройщиков, сантехников, немецкий специализированный словарь.
Эти немецко-английский, англо-немецкий, блядь, словарь. А вот он 2004 года, свежий. Он стоит 15,90 евро. Пожалуйста, интересный. Вот. Ну, плюс всякие пособия, вот, ручная обработка листового металла, базовые знания, 10-е издание. 64 страницы, 12,95 евро. Вот такая вот брошюрка. Ну и вот уже у нас встречалась эта книга, это совершенно свежая, Клауса Зиппенкорта. Это... который пишет на крупной тематике. Немецкий автор, 223 цветные иллюстрации, 352 страницы и 3 таблицы. Вот, формат 16,8 на 24,0 сантиметра. Вот такая книга интересная. Вот. Будет время на досуге, можете посмотреть интересный сайт, и при желании можно купить это все, вот можно приобрести на валюту, на евро. Спасибо за внимание и дальнейших ваших успехов. А теперь поставь лайк и подпишись на канал.